Сакали пал! Трава этот всякий святый кушает! Виноводочные мои аппараты, блин! Это кидает беляха-муха везде! Что ты, елки-палки, блин! Спать ночером не дает! Вот, пацаны и девчата, вам хорошо, у вас с мочеиспусканием все нормально, да? А у меня, знаешь что, у меня вчера моча в голову ударил, сюда прямо, сюда ударил. И знаешь, что я сделал? Я увидел в одноклассниках Видик, бывший с обхозом Ды, где я жил. И мне поплохел. Там еще чуть-чуть можно на джипе проехать, но ой-бай. И вообще. Потом вообще моча не уходил из головы, а я пошел еще, земля, открыл Google и посмотрел деревню, где я родился. Мне вообще плохо стало. Пацаны, я теперь вот один вещь не пойму. Я жил, значит, трудился, то отлично это. Целинный совхозом Ды, прогрессин такой. И теперь вот это, американцы, видел у них Аризоны, пустыни, там колючки, это говно всякое. Вообще, блин, вообще ничего не растет. Они что, тупые, что ли? Они что, не могут по призыву партии взять и превратить это все в житницу, хлебную житницу, блин? Вот я теперь думаю, или у них коммунистической партии, значит, нету, или призывы закончились. По информации была от дяди Вова. До свидания. Знаешь, почему мой харе красный? Потому что я алкоголик и диабетик, вот. Еще это самое дурное, ну, голова-то это самое с чем-то не дружит, там, и... Ну, короче, это, и там тут ничего нету, вата, один и кровь, это так, это херачит, поэтому красивый, красный, такой красный, советский прямо. Пацаны, вот кто говорил, что, блин, вот я бы тоже в плотники пошел, но, блин, долго ждать, пока вино созреет. Уже готово, блин, когда поставил, смотри, 24 октября, октябринское вино, смотри, блин, октябренок уже созрел, уже кислый был, прямо как это советский гражданин. Я взял это самое... В таких случаях, когда уже упустил момент, короче, сахара уже мало, правильно? Ну, короче, убиваем ферментацию, дрожжи ты убить не можешь, ну, кидаешь такой химикат специально, метабисульфит, там всякие, вгугли, все найдешь в интернете. Пацаны, вы задолбали, блин, вы задолбали, всегда такие вопросы дурацкие задаете. Интернет для чего? Там кроме порнухи и портретов Путина, блин, и это самое, и чего еще? Что еще русский народ? Ютуб, про алкашей смотреть, это смешные ролики, блин, охереть, нахер. Там еще... Масса полезной информации. Просто в Google забиваешь, допустим, как остановить ферментизацию. Ну, найдешь такую говнистую информацию, потому что она на русском, ну, все равно пойдет лучше, чем ничего, правильно? Ага. Короче, останавливаем ферментизацию, короче, дрожжам говорим, киты, все, кастрируем вас, работать больше не можете. И потом что делаем? А? Раз, два, три, сахар. Сахарок добавляем по вкусу, понимаешь? Вот на такой вот, это самое, с методом путев и ошибок выявил, знаете, сколько на сахар? А не скажу, потому что на вкус и цвет товарища нету. Кто-то любит сухое, кто-то полусухое, кто-то сладкое, понимаешь, блин? Сколько хочешь, столько и ложи, блин, пробуешь каждый раз и все. Вот есть такая пипеточка, херак это вытащил. Вы думаете, я уже напробовался сегодня, ни хера подобного, я не пробовал. Зуб даю, не свой только. Ага. Блин, динамит, это знаете, что произошло, блин, на второй глаз слепнет, вообще, блин, вообще плохо видит, елки-палки. Ну, что, жизнь такая, правильно, сэ-ля-ви, как говорят папуасы. Ага. Так, ну и что, и готово, короче, готово. А, дегассинг надо еще, знаете, вот можно это вот вешать, такая вот вещь, это от вешалки, это самое, на которой плечики, вот одежку вешаешь, да, чтобы мундир не помялся. Ага, отрезаешь кусок, это гнутый, чтобы был буквозью, ну, чтобы сюда залазил, и в электродреле потом, так это, ну, можно это, некоторые, знаешь, так трясут, просто бутыль ходит, ну, как вот это, мудями трясут, извиняюсь, если женщины слушают, это вычеркиваем. Ага, ну, это самое, можно еще палочкой деревянной, березовой, как деды, все, но это херня, все, пацаны, надо капитально дегассинг, короче, чтобы это все, ну, что дрожжи напукали, знаете, это все, это чтобы все улетело, ну, это же не космическая станция, тут же дрели не просверлили дырочку, правильно, поэтому приходится вот так дегассинг делать, и все готово, все стоит, устаканилось, а потом еще вот это делаем растворчик, короче, это самое, на 1 литр холодной воды, видно вам, видно, вот так, теперь видно, на литр холодной воды 1 миллилитр или 10 там, миллиграмм, короче, йода, йодофор. А вы, дураки, его себе все это мажете там, на какие-то, блин, вещи. Нахера вы это не по назначению йод используете? Йод это офигенный такой дезинфектант, короче, понимаешь? Дезинфицируем. И потом надо, чтобы они что? Постояли и отдышались бутылочки. Завтра они уже йодом пахнуть не будут, они будут стерильные, как мама не горюй. Раньше всякими химикатами, знаете, травили, блин, чистили это все. Поэтому деды наши крякали, блин, 40, 50, и уже считались, 50 уже все, деды, блин. Тут, ну, 60 тестостерона еще вот столько, блин, за самками ети бегаешь, только успеваешь, шучу. Так, блин, динамит, извини, блин, наступил на тебя. Так, что я хотел сказать. И это вот отстоится немножко, потому что мы его раздраконили, тут им сидим, сейчас вот это все осядет культурно, все вот там это для, короче, для советских граждан,
то, что по санкциям всем пойдет, а тут, что сверху, это чистенько все сами пить будем. Ну, как-то вот так вот, и потом по бутылочкам, знаешь, ну, не просто так вот, я бутыль взял, думаю, нет, конечно, блин, и не вороночки, не-не, пацаны, это все отстой, блин. Шлангочки есть специальные, насосик такой, и херак только, и оно потекло туда по трубочкам. И когда надо трубочку пережал, и все, бутылочку брал, купил на стороночку и другую, и потом ее за что делаешь? Запломбируешь пробочками. А если алкаш, то не пломбируешь, просто как молдаванец, бочку налей, блин, и соси, блин, там раскладушку рядом поставь, блин, и сиди, карантинься, да? До свидания. А у нас опять был снежок пушистый. Все красиво везде. И следов полно. Полно, полно следов. Тут целая тропа. Сейчас пойдем посмотрим, кто здесь ходил. Зайцы были. Так. Что еще? Елочки красивые. Мы видели куропаточку. Так. Ну, здесь прям живут зайцы. Елочку туда вон. Шлеп-шлеп. Так. Ну тут кроме зайцев и куропаточек есть кое-что посерьезнее, конечно. Вот этот вот след, по которому мы идем, он такой солидный. Возможно, это опять у нас тут бобкет. Или камец. По-английски. Так. Все под снегом. Так. Динамит. Ой, динамит идет только по нюху теперь. Совсем постарел. Come on. Так, хорошо. Елочки ждут. Скоро мы одну домой занесем. И на улице нарядим. Так. А где же наши куропаточки? Что-то их не видно. Осталось их совсем тут раз-два. И все. Так. Ну, с такими товарищами сильно тут не разживешься. Но тропа настоящая прям. Идешь. Сейчас куда-нибудь вылезет. А? Ну, физически. О! Крупный зверь. Ай-яй-яй. Ну, самое главное не заблудиться здесь. Темнеет очень быстро. 4:20, а уже пасмурно. Не пасмурно, а темнеет. Так, мелочь есть, зайчики. Так, березки стоят. Зайчики. Так, везде ходы, тропы. Вот. Пока ничего интересного. Так. Так, вот одиночный такой след. Ну, его уже припорошило. Но все равно видно, что большой зверь здесь ходил. Так, и куда он пошел? Он пошел туда, где зайцы живут. Ну-ка, вот они тут. Зайцы. Угу. Вот, конечно. Ах, зайцы, гости к вам идут. Так. Всем весело в лесу.
и зайцы есть, и кошки есть. Вот так вот. Какой красивый след оставил кто-то. Вот так, как хотели мы увидеть хозяина. Но нет, не повезло нам сегодня. Не видели мы сегодня куропаток.